Приветствуем вас из многофункционального спортивного зала в селе Амга. Идут полным ходом волейбольные соревнования в рамках Игр народов Якутии. И у нас дошли до стадии полуфиналов. Женские полуфиналы. Смотрим, вторая игра. Встречаются команды Мирнинского района на ваших экранах и команда Амга-1. Перед этой игрой у нас закончился первый полуфинал, где 3-0 выиграла команда города Якутска, команду Алёкминска. А сейчас настало время второго полуфинала, и увидим в деле команду Амги-1, а также высокую, молодую, задорную команду города Мирного. Девушки приветствуют друг друга. Судьи готовы. Тренеры уже отдали свои последние установки. Ждем представления команды города Мирного. Состав команд, Мирнинской команды. Перед вами стартовая шестерка. Главный тренер Лидия Юрьевна Непша. Отличник образования Республики Саха-Якутия. Тренер-преподаватель ДЮСШ Мирнинского района. Приглашается стартовый состав команды Амги-1. Мы видим Викторию Нестерову, Галину Стрекаловскую, Ольгу Макарову, Аину Жирготову на площадке. Заходит Алина Шестакова, Клавдия Слепцова и либеро Анжела Алексеева. Вот таким составом решает тренер, главный тренер сборной МГ-1 Мария Руслановна Глухарева, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Амга сохранила победный состав. Шестой спартакиады. Амга сохранила состав победный, который играла в нам со шестых играх. И там она очень хорошую игру показала. И можем сказать, что Амга является действующим чемпионом республики. Очень опытная команда, сыгранная. С малых лет, да, девушки вместе играют, вместе тренируются. И является, вот они, это волейбольные семьи, да, мы все прекрасно знаем, что мужья этих девушек играли и играют до сих пор в составе разных сборных команд. И сами волейболистки из Амги-1 тоже сегодня нацелены только на победу, как равно, так, как и команда Мирнинского района. Сегодня Мирный в синих игровых формах. Да, тем игры совсем другой. Мяч летит очень быстро и... Это заметно даже с первого розыгрыша, да? Да, с первого розыгрыша. Заряженность чувствуется, Нестерова нападающая. Мяч сохраняют мирнинские волейболистки, однако рискуют при нападении. И второе очко остается за Амгой. Это основной состав и нашей республиканской сборной команды. При возможности финансовой, если позволяет, они достойно сопротивления могут оказать центральным и, ну, Дальневосточном федеральном округе.
твердо могут четверки. Мирный, благодаря работе детской спортивной школы, часто обновляется состав и появляются новые игроки. Сегодня мы в составе команды Мирнинского района видим участниц международных спортивных игр «Дети Азии» в составе сборной республики: Екатерина Давыденко, Сауля Жмагиева, Регина Кулагина, Екатерина Семеркина. Сегодня последите, пожалуйста, за их играми. Игровой номер 7, 2. В предыдущих матчах они смотрелись в атаках очень внушительно. Но им помощь еще есть молодые девушки, 17-летние, и опытные игроки. И самый высокий игрок у них Галина Шабаева, 178 рост. Часто будет подключаться с третьей зоны в атаках. Вот такая скидка приносит третье очко. 3-3. Счет равный. Приходится перекрикивать шум, который создали, вот эту атмосферу шумовую вокруг своих девочек. Амгинцы фанатеют от каждой своей команды, болеют всегда за своих, очень тепло принимают. Очевидная ошибка в нападении. Рима, был низкий мяч. Алина Шестакова. Повезло. Да, здесь откровенно выигрышная ситуация, ошибку допускает второй номер. Давыденко Катя. Да, Екатерина Давыденко. Мяч в игре. Без атаки остается. С трудного положения, в трудном розыгрыше. Мирный выходит победителями. Пятый мяч на счету Мирного. Катя реабилитируется за предыдущий розыгрыш. И пятое очко. Сама же на подаче Давыденко. Слишком просто. О, Макарова. Оля. По темпу ошиблась и пришлось стоя практически атаковать. Уже прыжок был, приземлялась. Мяч был низковат, да? Шестой мяч нападения теряет Амга, и 6-4 уже. Просто. Что покажет Мирный? Короткая передача с третьей зоны. Да, центра сетки метр сыгран, зонная атака. И девятый номер у нас Галина Шабаева, очень опытный игрок. Нащупала брешь, что блока нет. Давиденко не держит подачу, ошибка. Пятый мяч в пользу Амги. Первая команда Амги. Мы видим Елену Макарову, одна из лидеров. Алина Шестакова сейчас будет на подаче. Ошибается. Да, вы были правы, Александр. Этот полуфинал и по составу, и по накалу посильнее будет, да, предыдущего, да, где играли Якутский Алекминск. Сразу с первых минут начинается борьба за каждый мяч на каждом сантиметре поля. И на подаче Мирный, пока они впереди. Есть высокий мяч. Поле. Поле. Жерготова, по-моему, сейчас атаковала с четвертой зоны. Да, накат очень хороший. Кисью доработала. Восьмой метр мяч падает. Макарова. Ольга. Да, я помню, в финале в Нанцах она была очень заряжена. Она капитан, да? Сейчас капитан, ага. Капитан сборной Амги.
Да, Ольга. Бессменный капитан получается последних 5 лет. Хотя сама молодой игрок, да, 96-го года рождения Оля. Здесь играет ее старший брат в сборной Амги, Анатолий Макаров. Мужчины Амги будут оспаривать бронзовые медали игр. Аут. Нет. Судьи отдают мяч Мирному. Здесь сейчас выявим. Площадка. Поле. Площадка, да. 10-6, да. Начало пары. Резвые для мирнинских волейболисток. Машина амгинской команды сейчас включится. Завтра с Якутску в крайнем. Да, надо им настроиться, девушкам. Да, легкой игры не будет. Любая из этих команд. Первый номер у нас Регина Кулагина. Она еще параллельно участвует на легкой атлетике в этих играх. Универсальный атлет. Есть простой накат. Вот. Командная игра мирнинская поставлена. 4 в защите. И мячу найти свободное пространство трудно. Везде перекрыты, да? Ходовые направления. И линия закрыта. И девушка размещается в 6-7 метр. Хорошая подача у Кулагиной. Играется мяч. Успела Клавдия Слепцова обработать, да, на страховке. И сейчас хитро. Скидочка от Жирготовой. Попадает за пределами площадки, приземляется. Ну, да, вовремя убрала девушка. Руку, да, на блоке. Прочувствовала. Через касание хотела Аина отправить. Аут. Далеко аут. Где-то метр почти. 7-12. Аина Жирготова под номером 9 на подаче. Хорошо. И пробивает. 11 номер у нас. По линии, да, ваша в линию попала. Игрок сборной Мирного замкнула с переводом. Касание блока. Диагонали за сильнейший накат. И мяч на стороне Мирного. 14-й мяч. Разнообразнее сейчас играет Мирный. Подключает и диагональ, и центр за ними. И хорошая подача. Доигровка. Пока Амга только нащупывает свою игру. И сейчас, справившись со стартовым волнением, девушки уже должны разогнаться и побольше нападающих ударов произвести. Галина Стрекаловская, связующий игрок в составе сборной МГИ, была у вас на подаче. Я здесь сейчас как? С центра и в поле. Виктория Нестерова. Викторию в последнее время часто преследуют травмы, к сожалению. Она только вот оправляется. Еще и простывшая была в первые дни спартакиады. Но как высококлассный игрок, она сейчас будет действовать. Блок-аут. К месту и на результат. Ну, в таких больших соревнованиях, со своего опыта я могу сказать, человек... Организм человека на максимальный уровень выходит. И маленькие небеги не замечаешь. Да. Мирный стал играть с края сетки. И пока двойной блок не могут наши лидеры пробить. Екатерина Семеркина.
второй перерыв, да? Опытный, заслуженный тренер нашей республики Мария Глухарева, да, тратит свои тренерские тайм-ауты сразу, да, в начале. А Лидия Непша пока воздерживается. У ее девочек все получается. Четвертый номер Лидия Непша. Нет, это майки, игровую форму поменяли девушки. Непша это... Ольга Макарова недовольна решением судьи. Но здесь видно, что аут был без касания. Мяч в игре. Хорошая атака. Динамично играет Мирный. И двойным перевесом 18-9 впереди Мирный до начала партии. Екатерина Давыденко тут справляется с амгинским блоком. Есть доводка. Виктория Нестерова. На опыте, да, увидела, что в девятой метре, в пятой зоне никого нет из защитниц Мирного. И зрячие. Не сильно, но точно, да? Абсолютно верно. Зарабатывает 10-е очко. Девушки должны уже догонять. Включиться полностью. На Мирный вряд ли этого позволит. У них сейчас все получается. Макарова. А, нет. С касанием мяч. Попадает в игрока, в защитницу, но удар был очень добрый, сильный. И первый номер. Регина не смогла помочь команде. Играется мяч. Страхует тут Амга сам себя. Атака со второй зоны. Аут. Сумбурная атака была, диагональ была. Вот эту ошибку второй передачи, по-моему, показывают. Нестерова держит подачу. 12-й мяч уже. Молодец. Макарова. Здесь очень осторожно надо играть. Судьи карают, когда чужую площадку мяч касается. Ну, помеха второй передачи по правилам. Но даже в чистой сетке можно засунуть руки и получить обратный эффект. Вновь со второй линии. Ну, неоправданный риск. У Екатерины Семеркина. Екатерина, да, стоя пыталась. Перворазрядница, 96-го года рождения. Правда, рост 169, но компенсируется высоким прыжком у Семеркиной. Да. Тут Вика ошибается в подаче. И сейчас Мирный будет Елена Михайлова, связующий игрок. В предыдущем розыгрыше она очень хорошо отрыв ушла. Вау. 20-й мяч. Не смогли сняться еще. Пока уверенно идет вперед. Город Мирный. Первая партия. Второй полуфинал у женщин. Игры народов Якутии в Амге. Римма, да. Вот это его игра. Римма Долгунова здесь нет на площадке. Клавдия Павлова это лидер. Оба, эта семья, она замужем за Николая Павлова. Тоже ошибка в нападении, кросс. Сейчас некий спад наблюдается в игре у Мирного. И Амга собирается, да? Прессинг проявляет защиту. Со всех зон атакует. Ну вот, ненужная ошибка в подаче. 21-16.
Давыденко. Отличная подача. И Мирный сейчас будет атаковать, хотела я сказать. Но тут понадеялись на поставщицу девушки. Макарова. Но здесь, да, надо только пользоваться теми игроками, которые забьют в тяжелых ситуациях. Это Ольга Макарова, Клавдия Павлова. Пока тут двойная замена зашла. Надежда Синтизова на подаче. Молодой игрок амгинской сборной. И Валерию Иванову мы заметили в составе сборной Амги. Есть защита и на месте. Накат. Жерготова срывает свою атаку. 22-17. Опасный счет. Галина Шабаева. Аут. Да, большой был аут. Сейчас концовка будет напряженная. Счет рабочий. Ольга Макарова выдохнула и хороший. Играется мяч. Успевает Валерия. И выигрывает, да, за счет неожиданности. 19-й. Только одну подачу надо защитить. Потом съем. И игра, концовка будет 23-22. Уже как бы превосходство. Ну, мы забегаем вперед по обыкновению. Сейчас Мирный свое слово обязательно скажет. Вот. Блок-аут. Вот такая классная атака от Семеркиной. Ну, это 3-2. Ну, здесь Мирный должен был забрать этот мяч. 23-й, потому что они были на съеме. Сейчас на съеме 20-й мяч должен Амга. Обязана. А вот, ну, Мирный дарит. Это тоже бывает. И сейчас надо обязательно брейковый мяч забрать. Защиту. Блок капитальный. Мяч в игре. Есть доигровка. И атака здесь. Не доиграли до конца. Со второй линии Оля Макарова разбирается с этой атакой. И аут. Я касание думал, было. Хотела бы сказать аут. Да, планы. Но площадка. Площадка показывает судья. Да, площадке мяч. 24-20. Сетбол. 4 сетбола в пользу Мирного. Была возможность у Амги доиграть брейковый мяч. Две доигровки, но не получилось. Мирный сопротивляется очень капитально. Хорошо. Аут. Остается 3 мяча. 1 отыгран. Право на ошибку теряется. Все смысл только защитить свою подачу. И Валерия Иванова. Ей держать надо, подать. При этом рисковать, да, да еще? Да, да, обязательно. Чтобы есть возможность. Да, доводка была какая-то. Мяч игре. Еще раз Мирный с третьей зоны, скидка. Очень хорошо. Что сейчас тоже, да, скидка. Пас. Второй мяч как-то. Аут. Один отыгран. Дождались ошибку. 22-24. Еще два раза надо сыграть отменно в защите. Но сейчас право на атаку имеет Мирный. Мирный. Хорошая доводка опять не долетает до своего связующего. И это Виктория Нестерова. Остается один мяч до тайбрека. Тогда цена ошибки чуть-чуть уменьшится.
24-23. На подаче Амга. 23-24, если правильно сказать. Но здесь психологический момент. Какая мощная поддержка. Получше, чем у мужчин, да, выглядит? Потому что женщина Амги один, они тут. Королевы. И любимицы. Всеобщие. Да, нам надо держать подачу. По возможности усложнить. Но Мирный тоже болеет за своих волейболисток. Есть доводка. Здесь надо блок организовать. И первая партия в напряженной концовке остается за Мирным. 25-23. Да, вот все-таки доводит Мирный эту партию до логического конца. Всю партию девушки вели в счете. И немножко не хватает команде Амги выйти из этой ситуации победителем. 1-0, пока Мирный впереди. В два последних чемпионата республики как раз был идентичный финал. И девушки два раза были остановлены как раз амгинками на пути к золоту. Поэтому... Подачи, не теряем подачи. Держим подачи. Поэтому двойная мотивация у команды Мирнинского района на играх народов Якутии отквитаться за все обидные поражения последних лет. В полуфинале сейчас играет Мирный против Амги-1. Но Амга вряд ли это и допустит. Нету в республике сейчас такой сбалансированной команды женской по волейболу, чем Амга. Все позиции заменой даже перекрыты. Сейчас, мне кажется, сейчас надо найти ту грань эмоционального и физического состояния, где можно, ну, минимальный брак, чтобы был. Да, вы правильно говорите, но это дурацкая батарея в первый день, да? Все-таки сбила спортивный настрой девушек. И вот Римму Долгунову вы видите, к сожалению, не в стартовой шестерке. Да и Клавдия Степавлова с Аиной Жерготовой испытывали дискомфорт. Пропускали первые игры. А сейчас, слава богу, все хорошо. Да, вы прекрасно видите. Мы делаем паузу специально, чтобы вы почувствовали, каким настроем выходят игроки. Сейчас замена площадки. И, возможно, это для, даже для Амги будет лучше, потому что близость своих болельщиков, ихняя биоэнергетика тоже иногда напрягает. Напрягает, да? Вот мы чувствуем в втором этаже такую вот мощную наплыв, волна какая-то. Да, у нас с вами ладони потеют. Каково сейчас девочкам? Да, девочкам. Здесь... экстремальных условиях играет. Мы в предыдущих репортажах говорили, что из-за стрельбы пневматической по правилам стрелкового спорта помещения, где проводится стрелковый вид, обязательно должны быть вентиляция отключена. Естественно, вентиляция работает, конечно, но сколько народу, да? И на улице сейчас прекрасная погода, площадь тоже полная. Перед большим экраном нас смотрит народ. Всем привет, болельщики волейбола. Хорошая атака. Разгон у Мирного во второй партии ничуть не уступает, чем в первой. И вот это, да, вот это волейбол, достойный полуфинала игр народов Якутии. Затерзали, да, шестую зону Мирно. Это тактические домашние заготовки, скорее всего. Все время в шестую зону. Видим. Амга один не может пристроиться к этой подаче. Елена Михайлова на подаче. Хорошо. Прием игры есть. Да. И Оля Макарова малой кровью зарабатывает.
по опускающему блоку рикошетом до нулевой метр падает мяч. Вот, да, буквально 80 сантиметров от сетки. Это не берущись. 2-2. Такие мячи не возвращают. Только ногой можно. Ну, от нее ждали удара, поэтому... Ай-яй-яй. Вторая передача не получилась, и мяч очень... Это предыдущий эпизод. И на подаче Катерина Давыденко. Опасно. Очень опасно. Но есть доводка. Макарова. Макарова разгоняется. 3-3. Да, храбро пошла на двойной блок и блок аут. Можно, можно атаковать, но тоже не дошла мяч. За голову пасует Анжела Иванова. Мирный в защите, хорош. А, такая же комбинация, но... Ну, такая однобокая игра выходит боком, что называется, да? И Мирный вырывается вперед, пока на одно очко. 4-3, Галина Шабаева. Туяра Емельянова на старте второй партии вышла за Амгу вместо Алины Шестаковой. Ну, три раза-то Ольга не отдаст. 4-4. Сауля Жмагиева. Нет, 10-й номер у нас с Амги. Была в атаке. Это Емельянова Туяра. Молодец Туяра. Из эйс. Из подачи очко зарабатывает. Надо Амге получить гандикап 3-4 мяча и удержать этот счет. Второй эйс подряд. 6-4. Десятый номер. Молодец. Два эйса подряд. Корявая доводка. Есть. Да. Ну, что ты сделаешь, да? Шестой зон оголяется. На равенство подает Мирный. Сауля Жмагиева на ваших экранах. В трудной ситуации победителем выходит в этом эпизоде Амга. Клавдия. Да. Пока Клавдии редко видим, но это... На результат, да, действует? Да. Очень далеко отходит и получает мяч опять по блоку. И выигрывает. Мяч просто в вращении такой сильный получил, что не удалось мирнинской команде его полностью сохранить в игре. От блока он, да, вращение было и держит подачу пятый номер Амги. 8-5. Есть доигровка. И зрячая скидка в шестую зону. 10-5 получится. Счет. И минутный перерыв уже Мирно используют в начале второй партии. Есть некий разлад в игре девочек.
игровых видов спорта есть вот психологический барьер, когда оба сильные команды в дерби у них играют. Каждый год в финалах появляется какой синдром непреодоления определенных ситуаций. И это мы видим. Да, очень точно вы описали ситуацию. Надо мирному сейчас преодолеть, найти себе силы. Тайны это или там закашника где-то в организме, чтобы через не могу. 11-й на вылет подача. Очень хорошая подача в исполнении Амги. 11-5. Аут. Да, ну, невозможно. Усложняет все время. И мяч уходит в аут. Семеркина. На подаче. Смотрим атаку Вики Нестеровой. Сейчас Мирный без атаки остается, к сожалению. Кого поднимет? Высоко. Скидка. Блок здесь. Вот с этой скидки надо было хорошую доводку отдать, сохранить мяч. А он перелетал, и Клавге пришлось второй раз двумя руками в этот же блок сыграть. Блок площадка. 12-6. Да, переходящий блоком. 13-13 мяч уже. Хорошая подача тоже. Первая партия отдана Амгой. Но есть противоядие через, ну, через двойной блок сыграть. Да, вот Сауле Жмагиева очень зрячий скидывает за блок. 7-13. Есть доводка. Диагональ. Ну, атака разнообразная, да, у Амги. Более арсенал. Края хорошо работают. И неожиданно, если Макаров подключается к центру. За счет атаки сейчас впереди и за счет подачи. Амга. Вот опять на вылет. Что не зона, то угроза, да? Да. А здесь Мирный пока взлет-доигровка, взлет-доигровка. 15. Да, вот при первой возможности зонная атака центра через Макарову. Это грозное оружие. Опять нет доводки, пас из глубинки, но девушка... Ой, что-то случилось. Подъем мяча, ошибка второй передачи, задержка. 16-й мяч. По правилам нельзя хоть доли секунды взгляд. Подъем мяча, да? Видать, вылет. Это эйс от Клавдии Павловой. Да, очень хорошая, добротная. Низкий мяч летел сильно. Из вторая, да. Села Балугу Рамгинского района Клавдии. Придется мирницам. Характер у девочек есть, и это радует. Мирный не сдается. Ну, я считаю, не выражение, но не спортивным выражением, когда идет просьба, давайте это, давайте, возможно, выиграем. Такой надо говорить, сделайте, выиграйте. Прием, доводка, атака. А здесь девочки друг друга просят, давайте, есть ли у нас возможность принять, выиграть, возможно. С таким настроением против Амги играть нельзя. Маленькая слабинка и почти пропала. Но здесь снялись наконец-то подача Клавдии Павловой.
8-17. Хорошая атака, да? Да, очень на заглядение получилось. Между защитницами Амги. Короткая и сильная. Елена опасная Михайлова. Да, она в первой партии. Но она начинает, да, с этой расстановки при подаче Мирного. Есть игра, есть игра. Туяра. 18-8. Туяра Абрамова Емельянова. Стык попала очень хорошо. 19-8 получается счет. И 14 номер. Надежда Синтизова. Дочь Татьяны Синтизовой. Ну, простенько было. И... срывается вторая передача. 19-8. В этой партии Мирный должен просто тренировать свои заготовки, да? 28. Отрыв огромный. Ну, в женском волейболе часто мы наблюдаем, когда в первой партии приходит долгожданный вроде выигрыш, а игра только начинается и теряются какие-то вот эмоциональные... Важно не перегореть, да, на начальных этапах. Не почувствует вкус победы заранее, заранее, да? Заранее. Вот это наказывается моментально. 21-8. Держит подачу Синтизова. Участница игр Дети Азии тоже в составе команды республики. Была либеро нашей команды. Мяч поднят. Сейчас да, при первой возможности хорошей доводки доверяет Макарова, и она свою очень хорошо обыграла блок. 22-8. Вот, видно, очень хорошая телевизионная картинка у нас получилась. Переходит с Синтизовой. Она все время зону шестую подает. Аут. В этой партии ничего не получается у команды Мирного. И мы ждем самую интересную третью партию. Игры тут из пяти партий. Мяч сохранен в игре. Валерия молодец, тут борется до конца. Скидка не проходит. Есть доводка и Макарова. Да, открытая сетка, просто... Взрывная такая нападающая, да. Оля. Сетбол неприлично даже озвучит. Меньше 8 всего мячей. На свой счет записала Мирный в этой второй партии. Ну, очень много сил было вложено в первую партию. Сейчас девушки успокоятся и продолжится ровный волейбол. Такую, ну, почти добрую концовку Синтизова подает. Никак не может сняться Мирный. Забегание, вот, хорошая, да, игра на защите. Наконец защищаются от Макаровой. Амга тоже отчаянно. И ошибка второй передачи в команде Амги. Мирный будет сейчас Давуденко отрабатывать подачу свою. Хорошая подача. Играется мяч. Сохранен. Доигровка, блок. Отлично по блоку. Со всей силы. 10-24. Сауля Жмагиева. Ну, здесь Амга даже или ошибка будет, или добьют. Ну,
в любом случае все очень близко было. И как итог, во второй партии Амга сравнивает счет 1-1, 25-10. И наносит подавляющий психологический удар еще. Подъем на стороне Амги. И трибуны поддерживают, конечно, своих игроков. Это идет второй полуфинал среди женщин. Игры народов Якутии, которые мы ждали 5 лет. Так надо настраиваться. Теперь мне нравится настроем мирного. Ну, правильно, да. Девушки говорят. Котел надо смотреть. Скидки в основном в шестую зону шли от Амги. И здесь крайним защитницам нужно порезвее подстраховывать. Непша индивидуально работает с Давыденко. Да, жарко, жарко, жарко. Воздуха не хватает. Но это летние игры народов Якутии, да? В любом случае. В одинаковых условиях команды играют. Вот именно. Но тяжелее там гинцам, более возраст, да? Возрастное восстановление, скорее всего. Биомеханика-то с возрастом меняется. Процессы умедляются. Более молодой организм здесь должен долго, и если матч продолжится с большого количества 4-5 партий, возможен сюрприз. Пока проверяется расстановка команд, сообщаем вам, что в финале уже команда города Якутска ждет, дожидается своих соперниц по второму полуфиналу. Победитель этой встречи будет оспаривать золото игр народов Якутии по волейболу среди женщин. Сейчас полуфинал. Мирный, Амга 1. Да, видно по выражениям, что их отпустило маленько. Они возвращаются в игру. Понимают, что второй партии шансов было минимально. Здесь им надо навязать. Но эйс отнести. Ну вот, фирменное, фирменное отведение руки при подаче от Виктории Нестеровой. Она зарабатывает эйс. Очень нужно в начале партии сохранить за своей командой. И Макарова. 2-0. Да, предыдущей-то партии Нешпа перерыв свои в начале партии оба использовала, и уже нечего, на коррективы надо было. Без замен играет, да, практически. Да, вот такой. 3-0. Мы ранее говорили, что легкоатлетки имеются в команде волейбольной, а у Мирного сейчас Кулагина Регина и Виолетта Попова, они... Видимо, на стадионе, да? Эстафета сейчас у женщин. Нестерова держит подачу. Сложно, да. Вот это было классно. Это Катерина Давыденко с диагонали. Очень точно атаковала. Тут помешала Туяра, немножко дернулась. И Елена Михайлова будет очень вводить мяч. Подачей. Легко справляется. Отыгрывалась Клавдия, но здесь... Да, все-таки какой-то дискомфорт чувствует Клавдия. Ну,
очередной эйс от Михайловой, 3-3. Второй партии как-то не быстро, да? Да, отрыв. Переход сделали, снялись этой подачи, а сейчас третий раз будет подавать. Елена молодец, держит подачу. Смотрим. Более-менее доводка есть. И блок работает. Сохраняют Амгинки мяч. Давиденко Екатерина небрежно, да? Как-то на него не похоже. Подводит тут запястье Екатерину. Клавдия. В лучшей форме. Пять, три. Макарова, да? Хороший удар. Клавдия по-прежнему на подаче. Пятую зону. И доводки нету. Сейчас доигровка должна быть. И опять Макара, скидка. Тоже мяч берет Макарова. Седьмой, 7-3. Да, здесь чуть низковато получилось передача. И... Ну, зато получился хороший обман. Да. Скидка получилась. Выигранный есть. Мяч одинаковые цены имеет. А здесь атака. Быстрая атака. Лидер команды Екатерина Давиденко. Завелась. По-хорошему завелась. 4-6. Первым тренером Ольги Макаровой была как раз Туяра Емельянова. Высокий отведенный мяч не доигран. Проигран блок по месту был. На равенство подает Мирный. Но сейчас уже ждут только Олю. Опять атаки не получилось, зато есть скидка. Да, прочитала либеро команды МГИ тут. Но противоход был, она уже дернулась за блок. Стала в шестую зону, шаг в сторону шестой зоны, шаг сделала, а тут вторую зону скидка. Ответ. Разозлился по-хорошему и Макарова. Такой добрый, сильный удар по мячу. Алина Шестакова на подаче у Амги. Есть, да, есть, здесь есть, и здесь диагональ будет. Диагональ включается и за антенну, видать. Касание антенны, это как аут считается. Да, повтор, это наглядно видно. Екатерина Черкашина была в нападении, но ошиблась. Мяч в игре. И да. А тут связующий игрок пока не может. Меняет замена. Вместо игрока номер 12, игрок номер 7. Шабаева возвращается. Эйс. Да. Как-то нелогично. Первая эта партия прием был добрый, хороший. Доводка была. Сейчас вот две партии подряд. Проблема у Мирного. На вылет. Все игроки Амги сегодня заработали эйсы. Все подающие игроки. И пришлось Нешпе уже тоже брать. 11-6. Трибуны не дают подслушать, да? Тренерские установки. Чемпионки характером не чувствуются. Даже провальные первые партии девочки знали, что
победа это. Локальная победа Мирницев, да? Ася Бережнева, первый судья. Поставили. 11-6. Есть доводка. Играется мяч. Но свисток прозвучал, опять подъем. Но с блока иногда судьи разрешают поднимать такие мячи. Догоняет. Приближается, да, Мирный. 7-11. Макарова об этом говорит. 7-11. Шабаева Галина на подаче. Макарова сделала свое дело и пошла подавать. Да, когда выходит Макарова на линии с трех зон атакует. По всей сетке, да? По всей длине сетки. По ошибка в подаче. Ну, может быть, чуток подустала. Постоянно в атаке сейчас Ольга находится. И 8-12, 4 очка Ашмагиева. Есть довод, очень хорошо. И атака. Хорошая игра на защите у Шабаевой. Есть доигровка. Чуть-чуть по темпу ошибочка вышла, но мяч сохранен для игры. Никак не могут найти. Очень на быстрых темпах у нас игра происходит. Да, блок, и площадка. Мирный завоевывает 9 очко. Да, вот по темпу вот не успела просто быстро подняться. Сауле Ашмагиева. Два мяча. Подтянулась Мирный по игре, появилась атака. Блок, а вот. Ну, ожидаемое просто. Такие мячи Амга не теряет. По блоку играет, да, Туяра Емельянова. И 13-й победный мяч. Екатерина Семеркина. Тут недовольна своей игрой. Сейчас же трудность. Аут, чуть-чуть аут, да? 10-13 должно быть. Это всего ничего для такой высококлассной команды Мирного. Но напротив Амга. Хорошая страховка от Михайловой. Пока вот связка, центр сетки. А вот на тоненького эта атака прошла, но все равно остается мяч на Клавдия. Да, Клавдия вывернула кисть, чтобы отскок был за пределами площадки. Да, все-таки с приемом подачи не справляется. Опоздал блок, а вот и получает, да? Да? Это Клавдия Павлова. Да. Нащупала свою игру Клавдия. Ну, начала мячи получать. Ее волейбол. Да. Разбег, рука, все было на месте. Энергия была, чувствовалась. 15-10. Так, очень убойная. Три нападающих впереди. И связка держит подачу. Макарова, как сложилось-то? Успела. А вот с другой стороны хороша Семеркина тоже в защите. И здесь тащит Амга. Накат простой. Что придумает Мирный? С центра сетки. Просто здесь, правда, опять по блоку. Мирный. О, не получается пас у Мирного.
смогла Давыденко, да, противостоять Шестаковой, но не получилось. И Анжела Иванова на подаче. 16-10, 11-16. Ситуация хорошая для обоих команд. Две ошибки любая команда допустит, тогда уже угрожающая будет. Медный сразу поборется еще за третью партию. Высокий мяч со второй линии, блок цепляет, смещение идет и на край. Между тем 5 мячей уже разница. И посмотрим, какие сейчас будут действия в подаче, в частности. Заводка. Эйса не получилось, но будет атака. Вот самоотверженно так, играет, как достают, да, девушки, немножко не хватило. И уже 13-16, мирно в игре. Вот Оля с Клавдией вдвоем пытались тут вернуть мяч. Красивый эпизод мы увидели. И сейчас атака Амги. Клавдия Павлова не попадает на площадку, но... Да, и по блоку тоже не попадает. Посмотрим-ка на повторе. А, тут картинка срезалась. Не видно. 14-16. Они могут уже третью атаку подряд добить до пола. Амга. И отражается это уже в счете. И 15-й мяч. Нападение получает мирный. 15-16. Блок-аут. Байерма Асорова продолжит свою подачу, а пока перерыв. Перерыв берет Амга. Не дается обоим командам сложный полуфинал. То очень хорошо играет одна команда, не отстает от него и вторая. И за счет таких маленьких-маленьких погрешностей теряются мячи. И счет 15-16. Очень достойны обе команды финала, да, что и говорить. Путевка сейчас вот перед вами разыгрывается. Завтра будут наконец-то женские финалы. 17-15. Хорошая скидка. К ней не готова Елена Михайлова. На прямых ногах встретила. Нет. Нестерова подает. Поле. Вот это да. Вот это класс. А ситуация-то не была самой простой, да? Да. Там торопили, улюлюкали. 18-15. Мяч поднят. О, здесь иногда бывает, оказывается, у Амги в защитных рядах. Далеко вглубь площадки страхующий игрок связка заходит. 10 номер. За блок силы почти. К
касание сетки определяет первый судья. И у нас пошла равная игра. 17-18. Мирный будет подавать. На равенство. Сейчас она заглядывает, но и Склавди не добивает до поля. Зато Мирный сравнивает счет. Шабаева на высоте в этом эпизоде. Брейковый мяч, да, они защитили свою подачу. И... как укоротило, да, удар повыше блока бьет. Да еще такой по острому углу. Сложная подача. Есть доводка, здесь должна быть съем Макарова. Аут. Не кстати, ошибка. По длине мяч уходит в аут. 19-18. И второй перерыв. Мария Глухарева, слушаем. Очередной раз убеждает, что просить не надо, надо действовать. И вот после второй партии железные нотки Давиденко приносят пока успех. 19-18, впереди Мирный. И держит подачу Елена Михайлова. Расслабились, говорит Мария Руслановна Глухарева своим девочкам. Позитивного приема нету, и вот 20-й мяч блока. Тоже брейковый мяч. 20-18. Да заметно было, что в этой расстановке все-таки продолжается розыгрыш. Опять в ауте. Да что ж такое-то? 21-18. Несколько атак подряд. Пока не получается у Ольги Макаровой. Сейчас Оля отдышится. И... ну, надо обеспечить хорошую доводку. Тоже чуть-чуть далековато, но здесь вот. Более-менее была доводка. 19-21. Ошибка. 20-21. Продолжает Клавдия терзать своими подачами. Опять тоже нет, да, доводки? Игра есть. Доиграть. Макаров через блок сравнивает счет. 21-20. Да, здесь важная эта партия, очень важная. Третья. Тут комментарии излишни. Двадцать один, 21. Полуфинал. Да. Полуфинал, похожий на финал, да? Прямо скажем. Очень достойные команды. Мирный в синих майках. И МГ-1 в белых формах. Клавдия Павлова на линии подачи. Держит Клавдия и меняет направление.
Все равно сложно. Вот даже скидку перекрывает блок Амгинский. Но здесь как-то неожиданно получилось. 22-21. Хорошая скидка. Екатерина Давыденко. Есть прием очень хороший. Сетка. 22-22. Волосами коснулась? Нет. А, нет, рукой. 22-22. Синькизова, да? Да, Надежда Синькизова. Это убойный тоже. Она еще параллельно на пляжном волейболе принимает участие. Да, здесь легко сейчас. Ой, нет. Скидка проходит, 23-й мяч. Анжела Иванова здесь на высоте. Да, видать, она тут ждут мирницы атаки, а в таких случаях иногда как-то, да, теряются. Ноги выпрямляются и встают. Не, это не... Неожиданно. Не Анжела, и сейчас... Блок. Оля, по-моему, скидывала. Играется мяч. Аут. Сетбол. Два сетбола всего в пользу Амги. 24-22. Проверка мирницких волейболисток на прочность. На прочность характера, да, на стойкость. Ливера по месту оказалось... Удачно выбрала и сыграла тяжелый мяч. Оставила в игре. И 25-й мяч получает Амга за счет ошибки. Командной ошибки. Ошибка второй передачи определяет судья. 25-22. 2-1 впереди Амга. Сборная команды номер один Амгинского района. Улуса. Это еще не финал игр, это всего лишь в кавычках полуфиналы. Но какие страсти, какой накал, какой уровень волейбола, как много атак, да? Какие разнообразные действия в нападении. И подачи-то, ну как, подачи летят с обоих сторон-то. Два очень хороших подающих, Михайлова, да, Елена? А вот... Синькизова, Павлова, Нестерова и пятый номер связка Амги тоже. Анжела Иванова. Иванова. Это сестренка Нюргуна Иванова, либера амгинской сборной среди мужчин. Да, если все сложится, в этой семье будет, может оказаться две медали, да, разного достоинства. Да и вообще, да, во многих семьях могут оказаться много медалей. В семье Павловых, в семье Емельяновых. Но мужчина Амги будет играть за третье место. Но все равно медаль бронзовая. Да. А здесь еще ничего не известно. Пока еще мельницы не задавлены, перелома я не чувствую. Сопротивление в третьей партии было очень достойное. Но как-то в середине партии, в самом деле, Мария Глухарева права. Атаки не пошли, да? Да, вот. Несколько провальных атак сильно было. Загрузили Ольгу Макарову. А у нее, как у каждого человека, могут быть ошибки. Есть, может быть, есть такое количество набранных очков, да? Может себе позволить, да? Итак, все готовы к тому, чтобы начать четвертую партию. 2-1 Амга впереди. Полуфинал.
Мирный Амга 1. Макарова через блок. Съем сразу же. Это хорошо для Амги. В волейболе очень важно, чтобы при хорошей доводке сняться с сильным атакующим ударом. Это психологически давит противника. Есть прием. На силу пробивает Макарова этот блок. 2-0. По месту вроде был блок, но мяч-то оказался на площадке Мирного. Клавдия подает Павлова. Очень хорошая подача у нее. В самом начале уже задел. Есть. У Амги уже 3-0. Да, слишком отведенный мяч был и грамотный блок. Линия наглухо и ход был. Ну, там пролезть можно было, но не удалось Мирному пройти этот двойной блок. 3-0. Сейчас рискнет, скорее всего, Клавдия усилить еще, чтобы отрыв создать. Опять нет доводки. Ну, мяч в пользу Мирного. Но тут что-то у сетки случилось. Через блок играла. Макара опоздала маленько. И еще труд блокирующим мяч усилился. У Михайлова играется мяч. Хорошо вытащили от сетки мяч амгинские волейболистки. Еще раз есть сняться возможность с атакой. Блоком скидка. Играется мяч. Либера кого? Центр сетки. Кладенство. Играется мяч. Очень долгий, ну, корявый розыгрыш. Но что сделаешь? Надо выиграть этот мяч. Потому что Михайло подает очень хорошо. И мяч наконец-то сильным нападающим ударом. 4-1. Не берущуюся зону. Да, пятая зона вообще открыта. Пол площадки было. 3 на 3, наверное, большая такая лысина. И туда попадает. О-о-о. Ошибка Шестаковой на подаче. Но ничего страшного. 2-4. Посмотрим, кто идет на подачу. Давыденко, да? Катерина это Давыденко. Тоже сложно будет. Это тоже угроза. Блок площадка. 5-2. Но здесь Макарова выиграла. Просто по темпу обыграла. Здесь игра. Хороший удар от Семеркиной мы увидели. И сейчас через Шаба его атакует Мирный. Мяч отдается Мирному. 3-5. Третье очко. Надо вперед, вперед девочкам из Мирного. Приближаться к своим соперникам. Четвертая партия. И в случае проигрыша остаются без права на золотую медаль. Поэтому Мирный сейчас должен собрать все силы, волю в кулак. Но без таких ошибок. Да, желательно избежать таких недоразумений. Шесть три. Аина Жирготова на подаче. Есть. 7-3. Пока вот в подаче очень сильно прибавила Амга, мы видим. И перерыв на подающую берут
команда Мирнинского района. При счете 3-7. Начало четвертой партии после перерыва подает. Ну, сложно играть на стороне, где рядом болельщики, да? Да, оказывается, это фактор влияет на качество игры команд. Шум сбивает немножко с игрового настроя. Аут. Восьмой мяч. Польза Амги. Зергота это тоже подает. Очень хорошо, да? Неудобная высота, как ты такой мяч примешь? Ногами немножко не доработали, да, при приеме. Да. Надо было или вперед, или да, быстро назад. Да, либо сверху встречать. 9-3. Очередной эйс. А теперь... Надо успокоиться девушкам. Этот шум очень напрягает сзади. Стучат, свистят. Скоро смазали маленько здесь. За антенной мяч перелетел. Это ошибка. 11-3. Сейчас на повторе увидим. Вот картинка четкая. Спасибо режиссеру за такой повтор. И на подаче Амга. Эйс. Даже здесь. Да, половину делу в четвертой партии Жирготова. Сделала, можно сказать, да? Такой нокдаун наносит Мирному. Но надеемся, что девушки противоядие найдут. Ну, хотя бы так. Надо отбиваться. Или дождаться ошибки. Но без блока атакует Нестерова. 13-3. Здесь как-то вот раскрылись девушки. Одиночный блок попытался закрыть. Но... Темп такой был. Все к месту. Хорошая быстрота передачи, скоростная была. И по темпу вышла Нестерова. Здесь доиграют тоже. Ну, наконец, за счет собственной ошибки дает шанс Мирному Амга. 4-13. Да, здесь по темпу как-то неправильно сыграли. Амга с ним начнем атака. Команде Мирного надо вспомнить все предыдущие обидные финалы, поражения. Блок-площадка. Вот так вот завести себя. Пятый мяч нападение. О, молодец, Елена Михайлова. Недолго думая, решила исход розыгрыша. С приемом вам, где все в порядке. И атака так же. 14-5. Обескураживает начало четвертой партии. Что здесь делать надо Мирному? Вот прежде всего прием наладить. 4 стать, да, защитника на стене, чтобы комфортнее было. Ну вот они так стоят. Ну, пятером стоят тут, да. Даже, да? И не бояться атаковать. Все-таки приехали в такую даль за медалями, блок. Только за золотыми. Еще раз. Скидка. Молодец, молодец. Калитку. Борется еще. Центральный. Команда 6-14.
Да, мы, я еще раз убеждаюсь, если как спортивная злость появится у вам где-то, это удержать их очень сложно. И техника, и тактически все грамотно. И подача, да? У всех подачи какие-то коварные. Ну, Екатерина Семеркина сейчас тоже неплохая подача. Клавдия. Ну, Клавдия тут. На паузе обыграла блок. Беспощадно. До пола. Да, до пола. 15-7. И характерная жесть Семеркина. Это пока, да как с этой бороться? Как, что? Все она смогла сделать, но обыграть. И уже вот невынужденные ошибки пошли вследствие вот этого эмоционального. Переживают очень за каждое упущенное очко команда Мирнинского района. Да, оно мешает, и понятно. Друг другу помешали. Тут четвертая партия. Амга просто расстреливает. А в шаге от победы. 10 мячей, серьезный разрыв. И надо как-то остановить эту торпеду. Нестерова. Ну, перерывы остались у Мирного. Эйс. И тут еще подача на вылет от Виктории Нестеровой. 18-7. Да, очень выверенная в конфликтную зону между двумя игроками. Очень низко. Тоже не доводит. Приходится просто отбиваться. Аут. Ошибка в нападении. 8-18. Возможно, последняя погоня, да, за убегающей командой Амги. Баярма Асорова на подаче. Опять аж нет. Клавдиев забивает. Это Оля. Ольга Макарова. А, Ольга... Ольга Макарова, да, это Ольга Макарова. Поле хорошо развернула, да, от тебя мяч. 19-8. Высокий мяч, блок. Передача за голову. По федерации. Ваут, маленько ваут. Девятый мяч. 9-19. Давайте, девушки, соберитесь. Михайлова тут. Да, подачи не отказывает ей, но вот тут не удается сберечь хорошую подачу. 29. Мы съем у Анги посильнее, чем будет у Мельницев. Да? В этом компоненте явное преимущество наблюдается за сборной команды Анги. 29. Блок опять ловит. И темповая атака с третьей зоны. Оля Макарова. 21-9. Основной забивающий игрок на сегодня в двух последних партиях — это Ольга Макарова. Клавдия мало получает, берегут ее. Да и вот Нестеровой тоже расстановка не позволяет. Они вот брейковые мячи с одной расстановки. Хорошо вытащили вот сейчас в защите. Мирн. Мирнинские девушки. Блок аут. И от блока Аина Жерготова. 22-9. Грамотно разбирается. Да, опытная Екатерина Давиденко понимает ситуацию. Символическая картина выхватывается оператором нашим. Мы этого не говорили, да, если что. Это вы сами прочитали.
нотки отчаяния. Не, настроение не теряют мельницкие девушки. Это спорт. Но... В случае чего могут выстрелить. Но 9, конечно, пока у них в копилке мало очков. Мяч круглый, все может быть до последнего свистка. Надежда остается. Вот, например, 10 очко. Давыденко Екатерина. Пробивает блок по линии. Это было очень красиво. Блок Жирготовой Макаровой. И сама же идет, да, на подачу. Здесь надо усложнить, рискнуть надо. Хорошая подача, но все равно. Мяч на стороне Мирного. 11-22. Всю себя сейчас должны отдать игре девушки. Здесь доигровка есть. Скидка. Вот чуть-чуть было, не получилось. Очень грамотно играет Макарова. 23-й мяч. Ольга Макарова сама на подаче. Два мяча для МГИ. Достаточно будет попасть в золотой финал. Ангина не теряет. 12-23. Хорошая была скидка по задумке, да? Но мяч в ауте. В ауте, к сожалению, для мирнинской команды. Матчбол. И 13 матчболов у команды «Амга-1». И сразу же. И вот так вот. С линии подачи Макарова, героиня сегодняшнего полуфинала, решает этот матч в пользу сборной команды Амгинская Луса, первой команды. Амга-1 в финале. Женской сетки за золото и мужская команда за бронзу, да? Будут бороться, да. Давайте немножко напомним, какой у нас завтра финалы ожидают. Золотой финал у женщин. Амга-1, город Якутск. И бронзовый финал Мирный и Алёкма. Команда Алёкминска. С вами были комментаторы Татьяна Иванова, Александр Ушницкий. До завтрашних финальных баталий. Всего доброго. Спасибо за внимание.